Компания Масура представляет процедуру «Японский маникюр». Перед процедурой наношу антисептический гель на руки клиента. Он убивает до 99% всех микробов на руках и ногтях. Пилка «Элегант» абразив 180 на 180 для опила свободного края. Форма и длина по желанию клиента. Блок пилка «Самурай» с абразивом для натуральных ногтей убирает отслойки с ногтевой пластины. Перед процедурой мы проводим диагностику, определяем тип ногтевой пластины. В данном случае у нас несколько проблем. Это сухая ногтевая пластина и имеются продольно-поперечные бороздочки. Процедура начинается с подготовительного этапа. Он состоит из трех сывороток. Подготовительный этап необходим для каждой процедуры японского маникюра. Коррекция не предусмотрена. Первая сыворотка называется «Дзуми Ики» или «Дыхание ногтя». На экстракте огурца с антисептиком в составе. Сыворотка наносится на боковые валики и зону кутикулы. Она работает как антисептическая, снимает воспаление и раздражение в околоногтевой зоне. Сыворотку нанесли на два пальчика, втираем ее до полного впитывания. Апельсиновая палочка в японском маникюре называется стейк татибана. Аккуратно отодвигаем кутикулу и от центров края убираем помехи. Мы отработали все 10 пальчиков первой сывороткой, приступаем ко второй. Вторая называется альга-гель или гель-скраб. Наносим сыворотку на боковые валики, зона кутикулы. Акцент ставится на ногтевую пластину. Работаем по 2 пальчика. Сыворотку нанесли на 2 пальчика, а работать будем с одним. Скрабируем сначала центральную часть, потом перехватываем, скрабируем боковые валики и зону кутикулы. Сыворотка работает как мягкий скраб для ногтей, питает ноготь минералами, помогает регенерации клеточек в околоногтевой зоне. После того, как мы проскрабировали, берем палочку стейк татибана и убираем помехи с ногтевой пластины. Таким образом проходим все 10 пальчиков. Третьим шагом работает сыворотка Amakawa Blue. Она взаимодействует с водой и поможет окончательно очистить ногтевую пластину. Сыворотка наносится на 5 пальчиков сразу, около ногтевая зона, зона кутикулы. После этого погружаем ручку в воду на 4 минуты. Водичку мы добавляем королевские жемчужины. Королевских жемчужин 3 вида с экстрактом зеленого яблока, зеленого чая и ванили. Это концентрированное масло в желатиновой оболочке. Каждая капсула содержит витамин Е. Жемчужины растворяются в воде, делая водичку мягкой и маслянистой. Достаем по одному пальчику, промакиваем салфеточкой. Отодвигаем кутикулу и от центра края убираем помехи с ногтевой пластины. На этом подготовительный этап я заканчиваю.
Я очистила ногтевую пластину, перехожу к основному этапу нанесения пасты и пудры. Набор называется Нихон. В него входит баночка пасты, баночка пудры, 2 кичина, 2 палочки стекта Тибана и дисконтная карта. В процедуре очень красивые названия. Паста называется Ни, переводится как сияние, излучение. Пудра Хон, свет солнца. Кичины не имеют абразива, не будут истончать ногтевую пластину. Один для пасты, другой для пудры. Начинаем работу с пасты. В состав входят витамины А, В1, В2, минералы, масла и основной компонент – пчелиный воск. Паста втирается в ноготь, пропитывает его, укрепляя и выравнивая ногтевую пластину. Небольшое количество пасты распределяю по ногтевой пластине. Я втираю пасту, работаю по центральной части, боковым линиям, заканчиваю свободным краем. При втирании появляется зеркальный блеск. При втирании пасты появляется зеркальный блеск. Это визуальный эффект, который наступает после первой процедуры японского маникюра. Качественные изменения ногтей вы увидите после третьей-четвертой процедуры. По мере насыщения пастой ногтевая пластина укрепляется и выравнивается. Ваша работа будет качественной и законченной при наличии яркого глянца на ногтях. Состав пудры такой же, как у пасты, но имеется еще жемчужная пыль. Пудра будет защищать пасту от вымывания. Наношу пудру на ногтевую пластину. Вторым кичином начинаю втирать пудру. Пудра усилит глянец. Перед покрытием сывороткой протрем ногти сухой салфеточкой. Обезжиривать ногтевую пластину не надо. В японском маникюре 8 закрепительных сывороток. Сыворотка наносится в один слой как базовое покрытие под лак, в 2 слоя как покрытие самостоятельное. Я расскажу про каждую. Женьшень 2 в 1. На экстракте женьшеня рекомендуется для ногтей, ослабленных после наращивания. Может работать как топ-покрытие. Рисовое молочко. В состав входит экстракт дикого риса. Рекомендуется для тонкой ногтевой пластины. Аминотерн. Покрытие для мужского маникюра. При высыхании становится матовым. Молодой бамбук. На экстракте молодого бамбука. Сыворотка стимулирует рост ногтевой пластины. Рич филлер мат. Работает как заполнитель желобков и трещинок, выравнивает ногтевую пластину. Минеральная база С. В состав входит большое количество витамина С, рекомендуется для слоящейся ногтевой пластины. Сыворотка «Красный дракон» на экстракте красного чая, используется для сухих и ломких ногтей. Сыворотка «Щит самурая». Армирующее покрытие для натуральных ногтей. Укрепляет ногтевую пластину. В процедуре работает одна из 8 предлагаемых сывороток. Мы определили тип ногтевой пластины в начале процедуры. Ногти были сухие и неровные. Я сейчас нанесу сыворотку «Красный дракон» для сухих ногтей, а «Рич филлер мат», выравнивающую сыворотку, я предложу своему клиенту для домашнего использования.
Сыворотки высыхают очень быстро, и мы переходим к заключительному этапу – массажу мешочками Ацуи. В процедуре японского маникюра работают два мешочка Ацуи, в состав которых входит выпаренная морская соль, аромамасла и сухоцветы. Мешочки предварительно разогреваются на аромалампе. Теплым мешочком круговыми движениями прогреваем суставы. С кончиков пальчиков протягиваем мешочек до локотка. Не забудьте, что все движения должны быть в сторону сердца. Происходит улучшение кровообращения. За счет этого разглаживается кожа рук и выравнивается цвет кожи рук. Прокатываем мешочек по ладошке круговыми движениями. Массаж делаем 3-4 минуты. Заканчиваем наш массаж знаком бесконечности. Это значит, что мы не берем чужую энергию, не отдаем свою. Нанесем масло на кутикулу. Оно питает, увлажняет и разглаживает околоногтевую кожу. Завершим процедуру нанесения спа-спрея. Поухаживаем за кожей рук. Японский маникюр – это комплексный уход за ногтевой пластиной, стимуляция роста, укрепление и выравнивание ногтей. Процедура похожа на ритуал, качественная и очень красивая. Ваши клиенты будут в восторге от нашего японского маникюра.